Сегодня в Архангельском городском культурном центре торжественно был открыт год детского чтения в столице Поморья. Он был объявлен мэром областного центра Виктором Павленко. С места событий Элла Стальнова. На празднике книги, сказки Вишневой улицы, аншлаг. И это не случайно. Здесь собрались все, кому век интернета. Дорого печатное слово. Родители и дети – главные герои праздника. Для них на сцене лучшие творческие коллективы нашего города. И, конечно же, сказочные герои, как будто только сошедшие со страниц всем известных книг. На Вишневой улице Архангельского городского культурного центра большой праздник для всех ценителей чтения. Один из книголюбов – ученик 5-й школы. Кирилл Никитин. В день не менее 2 часов он отводит к книгам. Она была о приключениях Колобка. Ну, вот это были сказки. А если вот о романах, о приключениях, то мне вот купили самый первый роман Жюль Верна «Дети капитана Гранта». Читаю сейчас Анатолий Рыбаков. Называется книга «Кортик». Тоже интересно. Сегодняшний праздник книги открыл год детского чтения, объявленный мэром Архангельска Виктором Павленко. Дорогие друзья, я думаю, что по вот переполненному залу, по вашему восприятию действия, которое было здесь на сцене, которое, я думаю, что не только мне понравилось, и не только взрослым, но и вам, да, понравилось. Это говорит о том, что год детского чтения мы не придумали, а это нужно всем нам, детям и взрослым. Поэтому, конечно, главная цель объявления года детского чтения, чтобы побольше дети читали. Сегодня интернет, телефон, компьютер, можно почитать и книги и там. Но, дорогие друзья, поверьте мне, ничто не заменит книгу. Книга – это лучший друг, книги очень разные, красивые, маленькие, большие, содержательные. Это как друг. Да и, честно говоря, книга экологически лучше, чем компьютер. Никакое излучение. Проводник в мир чтения – это, несомненно, библиотека. Централизованная библиотечная система Архангельска насчитывает 19 современных хранилищ книг, пользователями которых стали более 70 тысяч горожан, как взрослых, так и детей. Дети читают. Если сказать о своей библиотеке, то в выходной день у нас приходит до сотни мальчишек и девчонок. Приходят целыми семьями, приходят с папами, с мамами. То есть отрадно то, что идут семьями. Сегодня же самые активные юные читатели городских библиотек получили из рук мэра подарки. Конечно же, книги. Главные путеводители в мир знаний. Элла Стальнова, Александр Чалков. Автограф дня. Более подробно о празднике открытия года детского чтения, который впервые прошел в Архангельском городском культурном центре, мы расскажем в наших следующих выпусках новостей. Итак, год детского чтения в столице Поморья призван возродить читательскую активность у мальчишек и девчонок. Основные события пройдут в муниципальных детских библиотеках, а пока их сотрудники думают, как привлечь новых читателей, Лена Матвеева познакомилась с теми, кто не променяет ее величество книгу на планшетные компьютеры и видеоигры. Одна из моих любимых книг – это книга Джорджа Мартина. Несмотря на то, что такая большая, она интересная. Десятиклассник Дима Китаев любит читать, причем его книжные интересы не ограничиваются рамками школьной программы. Человек не читающий, уверен он, живет лишь одной жизнью. Человек начитанный проживает их тысячи. Когда я читаю, мне кажется, что я погружаюсь совершенно в иной мир. И каждая книга для меня, это, можно сказать, новая жизнь, новый мир. Новые миры на полках детских библиотек. Их залы, вопреки мнению, что интернет превратил человека читающего в человека, кликающего компьютерной мышью, не пустуют. Вот эта фраза «дети не читают» мне совершенно не импонирует и не нравится. В последнее время издается очень много детской литературы, весьма интересной. Появилось очень много авторов, пишущих и для подростков, и для детей младшего возраста. И поэтому новая книга всегда привлекает читателей. Например, в городскую детскую библиотеку имени Коковина только в 2012-м записалось 3500 новых читателей. Всего их здесь более 9000. Ученики первой архангельской школы Никита и Диана в Коковинку заглядывают с изрядным постоянством. Я могу читать любые книги. Главное, чтобы книга была интересной, захватывающей. Наверное, больше фантастику, что-то такое необычное.
Централизованная библиотечная система Архангельска, в составе которой 7 детских библиотек, знакомит с книжными сокровищами больше 20 тысяч мальчишек и девчонок поморской столицы. Библиотечный фонд – 700 тысяч экземпляров. Обновляется он каждый год при помощи муниципалитета. Книги – это основа деятельности любой библиотеки. И, в общем-то, учитывая то, что у нас и взрослые читатели, и дети, мы комплектуем литературу универсальную совершенно разного профиля. Ежегодно, в среднем, уже на протяжении нескольких лет поступают в фонды примерно около 20 тысяч экземпляров. Это книг и периодических изданий на сумму примерно более 2 миллионов рублей. Сотрудники библиотечной системы подсчитали. В среднем каждый посетитель библиотеки прочитывает 20 книг в год. Количество детей, не воспринимающих общение с художественной литературой как жизненную необходимость, если не близится к нулю, то уж точно сокращается. Детским чтением Пушкина был Мольер. Лев Толстой своему старшему сыну Сереже читал исторический роман «Юрий Милославский». В 9 лет Михаил Булгаков одолел собор Парижской Богоматери, но 13-летняя Анна Ахматова в оригинале читала стихи Бодлера. Ну а что читают современные недоросли? Скажи, пожалуйста, как называлась последняя книга, которую ты прочитала, и кто ее написал? Я прочитала «Счастье маленькой актрисы» Лидия Чарская. Последняя книга? Наверное, «Обломов». Я прочитала последнюю книжку, это Даниэль Дефо, «Робинзон Крузо». Последняя книга, которую я прочитала, это «Тречок лечит их в брюках», ее написала Анна Пивоварова. Я читала детский сборник рассказов Драгунского, мой любимый рассказ «Это бы». Я прочитала последнюю Библию, пересказ для детей. Кстати, если в мегаполисах число нечитающих детей увеличивается, то в городах далеких от столиц, в том числе и в Архангельске, каждый год библиотеки фиксируют прирост. Рост книголюбов. Но все же читают в поморской столице не все. Привить любовь к печатному слову призван 2013-й, объявленный по распоряжению мэра Виктора Павленко годом детского чтения. На сегодня человек, особенно подрастающее поколение, наверное, очень нуждаются именно в понимании, а что, собственно, читать. И у нас настолько высокопрофессиональный коллектив библиотечных наших работников в городе Архангельске, что они, конечно, справятся с той задачей, чтобы как раз именно провести огромную сейчас работу по продвижению именно идеи чтения. Идея чтения – это и семейные традиции. Ведь если в 70-е детям регулярно читали книги в 70% семей, то сейчас только в 7. Уделяют внимание власти города и модернизации библиотечной системы. В 2013-2015 годах на эти цели будет направлено 600 тысяч рублей. А в конце этого года в поселке 25-го лесозавода откроется новая детская библиотека. Цена этого книжного вопроса – 10 миллионов рублей. А пока кто-то еще ищет ответ на вопрос, читать или не читать, школьник Дима Китаев открывает новую главу. В данный момент я закончил читать книгу «Отцы и дети» Тургенева, но следующая книга уже ждет меня. Это будет книга Кена Фоллита «Столпы земли». Виктор Гюго говорил: «Свет, в нем нуждаются все». Он содержится в книге. Найти его может каждый. Стоит только перевернуть страницу. Елена Матвеева, Светлана Михеевская, «Автограф дня».